Лучшее масло жожоба для лица от морщин. Густое экзотическое масло жожоба обладает ярким восстанавливающим эффектом, что крайне важно для кожи, волос и ногтей после агрессивного воздействия солнца, ветра, сухого воздуха. Что нужно знать о масле жожоба? В чем заключается польза? Есть ли вред? Как правильно выбрать масло? Как использовать масло? Можно ли применять вместо крема? Отзывы и рекомендации косметологов. Польза масла жожоба. Масло жожоба помогает разглаживать морщинки и эффективно борется с сухостью кожи. В его составе есть аминокислота, по составу напоминающий коллаген. Этот белок придает эластичность и упругость кожи. Содержит витамин Е в высокой концентрации, который является антиоксидантом. Он помогает предотвратить появление морщин. Также масло жожоба содержит восковые эфиры, близкие по составу к кожному салу человека. Поэтому оно легко впитывается. Эффективно защищает кожу и волосы от влияния ультрафиолета, что также помогает сохранить молодость кожи, уменьшив риск фотостарения. Масло жожоба в целом очень полезно для волос, приглаживает их чешуйки и уменьшает ломкость. Обладает антибактериальным эффектом и стимулирует регенерацию кожи, что полезно при постакне и небольших воспалениях. Часто масло жожоба входит в состав лечебных бальзамов, которые применяются при кожных заболеваниях. Таблица. Содержание веществ в масле жожоба в процентном отношении. Олейновая кислота 12%, гадалииновая 70-80% и эруковая кислота. То есть это очень важные составляющие, которые применяются в косметике. Но есть ли вред от масла жожоба? Конечно, в некоторых случаях может быть, потому что все люди разные, у всех разная переносимость. Индивидуальная непереносимость масла жожоба возникает крайне редко. Тем не менее, при использовании впервые лучше провести тест, нанести каплю масла на запястье и оценить состояние кожи спустя полчаса. Если не появилось покраснение, значит аллергии нет. При слишком частом применении масла в чистом виде на всю кожу лица, тем более если она жирная, может повыситься активность сальных желез и возникнуть воспаление. Как выбрать масло жожоба? О масле жожоба стало известно всему миру только в 18 веке. Его активно использовали североамериканские индейцы. Масло добывают из плодов вечно зеленого кустарника, и по виду она напоминает жидкий воск. Цвет масла золотистый, при хранении в холодильнике оно густеет, снова приобретая жидкий вид при комнатной температуре. Запах слабый. Качественное масло продается в небольших флаконах из темного стекла. Основные страны-производители – Мексика, США, Австралия, Бразилия, Израиль, Перу, Аргентина и Египет. В холодном климате жожоба не растет, поэтому оценить подделку может также изучение указанной на флаконе страны. Хранить масло жожоба лучше в холодильнике, перед использованием разогревая нужное количество при комнатной температуре или на водяной бане. В отличие от многих других растительных масел, масло жожоба хранится по нескольку лет, так как содержит значительное количество церамидов. Они и не позволяют маслу быстро окисляться. Также и милолойка. С добавлением масла чайного дерева она не окисляется и поэтому может стоять в некоторых случаях и по нескольку десятков лет. Ну, официальный срок годности милолойки in jojoba oil это 36 месяцев, а так она в закрытом состоянии может простоять несколько лет, ей ничего не будет. Применение масла жожоба. В чистом виде из-за своей густой концентрации масло жожоба используют редко. Обычно его добавляют в другие базовые масла, например, миндальное или из виноградной косточки, и обогащают косметические средства,
добавляет несколько капель в маски для волос, крем, лосьоны. Тягущее масло жожоба содержит вещество, которое поддерживает эластичность и упругость кожи. За счет этого, а также витаминов А и Е, масло помогает разглаживать морщинки. Регулярный массаж области вокруг глаз с маслом жожоба уменьшает глубокие морщины и убирает небольшие. Можно использовать масло для снятия макияжа с глаз с помощью смоченного в теплом масле ватного тампона. Таким образом, кожа очищается от косметики и увлажняется. Масло жожоба обладает антибактериальным эффектом, поэтому помогает при воспалительных явлениях кожи, помогает ускорить регенерацию кожи и уменьшить возможные шрамы после повреждений эпидермиса. С этой же целью масло наносят на потрескавшиеся губы. Для восстановления сухих и ломких волос можно несколько раз в неделю расчесывать волосы деревянным гребнем, нанеся на него чайную ложку масла жожоба. Нанесение нескольких капель масла на влажные волосы станет хорошей термозащитой при укладке волос плойкой или утюжком. Для кондиционирования и лучшего расчесывания волос масло жожоба добавляют шампуни и бальзамы. Около 20 капель на 100 мл средства. Добавление масла жожоба в массажные средства повышает эффективность антицеллюлитного массажа. Также это масло уменьшает ломкость ногтей и сухость кутикулы. Для этого теплое масло втирают в кончики пальцев до впитывания. Можно ли применять вместо крема? Масло довольно густое, жирное и насыщенное, поэтому в чистом виде обычно его используют только на небольшие проблемные участки. Область вокруг глаз, шелушащиеся участки кожи, потрескавшиеся губы или как маска на все лицо на 15 минут, которую затем смывают водой. Для применения вместо крема на все лицо лучше использовать другие базовые масла или косметические средства, обогатив их несколькими каплями масла жожоба. Отзывы и рекомендации косметологов. Густое масло жожоба содержит вещества, обладающие восстанавливающим эффектом, что очень важно для кожи, ногтей и волос после влияния агрессивных факторов окружающей среды. Оно эффективно защищает волосы и кожу от неблагоприятного воздействия температур и сухого воздуха. Масло содержит восковые эфиры, близкие по составу к кожному салу человека, что позволяет ему хорошо впитываться. В чистом виде масло используется в основном на проблемных участках, а на все лицо наносится как смываемая маска. Масло является базовым и не вызывает ожога, поэтому при необходимости его можно использовать в чистом виде. Вот такие вот хорошие свойства этого масла. Жожоба, которая входит в состав мелалойки, то есть нашей мелалойки австралийский стейбаум эль, мид йойоба эль. Австралийское чайное дерево с маслом жожоба. Заходите на следующие ролики. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь. Желаю вам прекрасного здоровья, вам и всем вашим родным. Пока-пока.